Всем привет, мои дорогие! Спящая Наталья делает репортаж из своего окна. Смотрите, хотела заснять вам полнолуние. Огромная-огромная круглая луна. 6 часов 35 минут утра. И только открыла окно, вышла, и смотрите, она спряталась, как крокодил, солнце в небе проглотил. Вот, смотрите, вот она видна, такая круглая. А смотрите, город спит, еще такие огоньки, сонные ночные, точно такие, как я, с сонным голосом, но вот они, огоньки ночного города. А вот луна, вот она, круглая, полнолуние такое. Вот, видите, она видна из-за туч. Ага. Ну вот, захотела вам показать. Раз уже проснулась, разбудила меня, как фонарь, как прям на допросе фонарь в глаза светил. Ну вот такое вот полнолуние. Всем чудесного дня. Просыпайтесь, вставайте, готовьтесь на работу. Все, всем пока, мои хорошие. Ну вот, никак не угомонюсь. Хочу ее сфотографировать круглую, огромную. Ну так красиво на небе она. Смотрите, между облаков очень красиво. Ну вот, не могу просто заснуть. Вот показать хочется такую красоту. Между облаков, ой, как красиво. А вот ночной город... Вот еще раз вам покажу. Вот еще раз огоньки города. Угу. Спящий город. А вот она, красавица. Ой, как красиво освещает вот облака. Очень мне так нравится. Думаю, что и вам понравится. Сегодня смотрите репортаж с концерта органной музыки. В IGTV буду выкладывать. Американский программист. Великолепная игра. Получите огромное наслаждение. Приходите, мои хорошие, в гости. Заходите к Наталье.